тут мешок, там еще мешок. То есть, ну, в общем, приехали мы сюда на газели, то есть из этого Маш шутит, следующий год, говорит, фуру нанимать будем. Вместе с Марией Елене удалось собрать столько подарков всего за 2 месяца. Дарить их детям в канун Нового года стало уже доброй традицией. Идею руководства областной больницы поддержало сразу. К сожалению, так жизнь сложилась, а может, где-то и счастью, наверное, что дочка болела очень часто, и мы часто находились здесь, в этой больнице. И когда смотришь на грустные лица детей, всегда хочется, чтобы они поулыбались, порадовались. Сначала праздник был небольшим и маленьким. Мне, выходя за рамки одного отделения, наряжалась клоуном, ну, и также просто ходила по палатам, дети веселились. В принципе, и врачи поддержали такую замечательную идею. Благодаря социальным сетям, желающих помочь в организации благотворительного утренника в этом году оказалось еще больше. Очень много людей откликнулось. Это и обычные студенты, и взрослые приходили некоторые пакетами, кто одну, кто там по 3 мешка. То есть совершенно люди, причем желали остаться неизвестными, не хотели никаких. Я говорю, вы кто, в организации? Нет, мы просто люди. Вот. Также удалось немножечко денег вот от спонсоров в этом году получить, поэтому мы для игровых комнат закупили централизованно вот игрушки развивающие. То есть это игрушки, которые находятся в игровой комнате, где все могут дети прийти поиграть. И артисты всегда все присоединяются. Вот сколько 6-й год проводим. Кого бы ни попросила я о том, чтобы вписаться в сценарий и выступить для детей, никогда не отказываются. Для ребят, находящихся на длительном лечении в стенах областной больницы, такие поздравления всегда оказываются настоящим праздничным приключением. На этот раз вместе с пиратами они совершили морское путешествие. Мы брались в круг и как бы танец танцевали, и по острову за локоточки брались и плавали. Скажи, чего ты ждешь от Нового года? Ну, я жду, чтобы все было хорошо, так подарков, чтобы все было хорошо у нас. Гостинцы от Деда Мороза получили те, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на новогоднем празднике. Некоторых, правда, щедрость гостей застала врасплох, но заветные подарки им все-таки вручили. А тебя как зовут? А у меня Снегурочка, давай поздороваемся с тобой. А меня Дед Мороз. Я уже согретая. Угу. А это Дедушка Мороз. Ну давай, подарим подарок. Да, мы тебе сейчас подарим подарок и желаем, чтобы ты побыстрее выздоровел. Вот тебе вот такого вот мягкого медвежонка, который будет тебе ночью приносить сладкие интересные сны. Так что рядом с собой его положи, и ты обязательно скоро выздоровеешь. Желаем тебе этого. Ну все, до свидания, до следующего года. Вместе с новыми игрушками.